Доброго времени суток, дорогие друзья, и в этом видеоролике мы вам покажем, как найти скачанные файлы на телефоне Homtom S9+. Для того, чтобы это сделать, нам нужно найти на нашем экране папку, которая называется «Загрузки», которая всегда уже предустановлена по умолчанию на наш телефон. И здесь мы вот в этой папке «Загрузок» найдем все файлы, которые мы скачивали. Или же мы можем зайти в диспетчер и здесь увидеть всю музыку, фотографии и так дальше, которые есть на нашем телефоне. Они тоже будут сохраняться здесь. Или еще третий способ. Мы нажимаем здесь в нижней стороне на «Файл менеджер». Переходим на внутренний накопитель, нажимаем «Download», и здесь будут показаны все скачанные нами когда-либо файлы. И на этом все. Спасибо, что смотрели. Мы надеемся, что смогли вам помочь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!